Да, это он. Ах ты ж. Да? Ненавижу! Привет! Нет, сегодня не могу. Я иду на свидание с таким парнем, ты бы видела. Да-да, если что, я тебе напишу. Угу. Да, он будет здесь через минуту. Давай, давай, пойдем. Я тебя понимаю. Сегодня парни пунктуальные, как никогда. Я 2 часа потратила на волосы, на макияж. Как он мог так поступить? Он же такой хороший. Ну да. Но может, стоит еще немного подождать? Мой парень точно достоин того, чтобы ждать. Я буду ждать. А сколько ты уже ждешь? Даже не знаю. Потерялась во времени. Мы договорились встретиться в 6:30, а время уже 7. А, да, и на какое же первое впечатление он рассчитывает, если он опаздывает на 30 минут? Вот-вот. Стоп! Откуда ты знаешь, что это наша первая встреча? Да я говорю про своего. Слушай, так мы с тобой сегодня прям сестры несчастья. Да. Слушай, если ты вдруг заметишь брюнета в синей кепке, в белом худи, в черных джинсах, скажи мне. Что? Типа такого? Стоп. Это что за приколы? Это пранк какой-то? Ты кто такая вообще? Ты пришла чужие свидания портить? Это вообще-то тебя спросить нужно. Да я уверена, что он увидел тебя и побоялся ко мне подходить. Вот посмотри, как ты думаешь, кого бы он тут выбрал? Ах ты ж, настало время поправить твою укладку и макияж. Думаю, так будет лучше. Ты что себе позволяешь? Заявилась тут и портишь чужие свидания. Ты что, его бывшая? Другому объяснению я найти не могу. Ай, ну все, я тебе сейчас покажу. Ты, пожалуйста, будь так аккуратна. Эй, вы можете поаккуратнее от свидания? Свидание, значит? Здесь, значит. Брюнет. В синей кепке. В белом худи. В черных штанах. Да? Да, откуда вы знаете? Вы что, бешеные фанатки? Вы как будто с психушки сбежали. Ладно, отойдите. Не хочу первое впечатление портить на свидании. Это ты во всем виновата. Ненавижу! Я? Да если бы ты не пришла, вообще бы ничего не случилось. Да кто ты такая? Ты сама все испортила. Сейчас он придет, а я в таком виде. Стоп! Вы еще не поняли, он не придет. Начнем с того, кому же он шел. Действительно, кому?